Астра. Это Селена. Я потерпела крушение на Атропос. Я выжила, а Гелиас нет. Скафандр в порядке, но личное оружие пропало. Я на связи. Покидаю Гелиас. Иду к источнику сигнала «Белая тень». В лесу много руин инопланетного происхождения. Древние стены, фундаменты, статуи. Разведка. Атропос. Нашла труп разведчика Астра. Проверяю идентификатор на шлеме. Это... Продолжаю двигаться к источнику сигнала. Обнаружен потенциальный ресурс. Можно использовать для ремонта скафандра. Обнаружен микрофаг. Враждебная фауна устранена. Нашла запись. Добавляю в хранилище данных. Запускаю воспроизведение. Разведка. Атропос. 30 минут с последнего крушения. Целые участки этого леса меняются местами после каждой моей... Когда я возвращаюсь. Согласно протоколу Астра, меня не заберут, пока я не найду источник сигнала. Если вы это слышите, значит, вы тоже здесь застряли. Я не помню, чтобы такое записывала. Обнаружена охранная система.
инопланетных существ. Вероятно, строители этих руин. Может, это они отправили сигнал «Белая тень»? Вижу враждебного хищника. Жива. Меня слышно? Я на корабле. Скафандр в норме. И... Это со мной не впервые. Астра, Гелиас вышел из строя. Селена покидает корабль. Тут все изменилась. Обнаружена новая технология. Она дополняет оружие альтернативным механизмом стрельбы. Мощный эффект. Пригодится. Получено инопланетное оружие. Устройство похоже на наш карабин. Обнаружила огромную стену, из-за которой идет сигнал «Белая тень». Пересечь провал не могу. Пока что переключусь на исследование энергосигналов в лесу. Разведка, Атропос. Кто отправил сигнал?
Про белую тень знаю только я. А тут вдруг слышу про нее снова. Может, тут замешаны когниты. Но откуда им знать? Остается только верить, что вместе с источником сигнала я найду ответы. Я взаимодействовала с другими версиями себя. Но боюсь, что однажды испытает то же самое, став одной из них. А впрочем, действительно ли они это я? Или же просто пустые оболочки? Возможно, это и есть мое будущее. Обнаружила на теле когниты инопланетное устройство. Сканирование указывает на возможность модификации для скафандра. На вид устройство безопасно. Интеграция в систему прошла успешно. Начинаю функциональную проверку. Проверка пройдена. Точечная телепортация. Точка назначения, похоже, стационарная. Обнаружены технологии, производящие другие устройства. Получено инопланетное устройство. Думаю, оно мне пригодится. Обнаружены следы примитивной инопланетной письменности. Ресурсов для расшифровки символа пока недостаточно. Обнаружен фрагмент инопланетной письменности. Это правильный перевод? Отлученные братья. Огонь не сводит с ума.
Откуда он здесь? Невозможно. В эту папку я подшивала первые протоколы задач. Но все это в архивах корабля-носителя. Это сделано уже после моего ухода. Но как? Переживаю воспоминания заново. Не полностью. Они повреждены. Некоторые части отсутствуют, другие словно созданы искусственно. Но я ясно помню эту пытку. Ощущение, что я схожу с ума. Здесь нет утешения. Негде укрыться. И астронавт продолжает меня преследовать. Уже еще одно устройство для телепортации, только более сложное. Обнаружен сломанный робот с чем-то вроде рабочего инструмента. Похоже, опасности нет. Инопланетное клинковое оружие. Добавлю снаряжение. И использую при необходимости. Встретила какой-то живой организм. Выглядит нервным. Он присосался к моей руке. Он не проявляет агрессии. Он укрепляет и в то же время ослабляет мой скафандр.
Обнаружила странное устройство. Оно уже запущено. Оно словно живое. Сканирование не дает никакого результата. Провожу полевое испытание. Но для чего? Когниты столкнулись с такой же враждебной фауной. Фабрикаторы. Я такими пользовалась. Источник странного энергосигнала. Возможно, он связан с белой тенью.
слился. И энергетический сигнал пропал. Получен новый механический ключ. Возможно, он подойдет к другому устройству транслокации. У меня нет выбора. Нужно узнать, что находится по ту сторону. Я прошла через врата телепорта. Судя по координатам сигнала, я на другой стороне планеты. Вокруг меня бескрайняя пустыня. Засекла еще один странный энергетический всплеск на вершине горы. Начинаю подъем.
Вижу бронированное существо. Панцирь выглядит очень прочным. Защита мощная, но я справилась. Инопланетные письмена говорили об их ограниченности, но я оказалась не готова. Мне едва удалось отбиться от атакующих когнитов. Никогда я еще не встречала подобной враждебности и безумия. Но этот текст, в нем говорилось об отлученных братьях. Пока мне известно слишком мало, но... Что за сила могла превратить мыслящее существо в нечто подобное? Живой когнит. Устранила когнито. Должно быть, это и есть отлученный. Я знаю, почему их отлучили. Это кара за неудачную попытку вознесения. Вознесение. Едва я произнесла это слово, как величественный образ совершенного наблюдателя из глубин начал поглощать мой разум. Я вижу места, в которых мне еще предстоит побывать. И эти видения увлекают меня своим вглубь себя. Только я одна достойна. Что с ним произошло? Это не я. Я почти уверена, что эти отлученные не могли отправить сигнал. Их расколотое на части сознание не проявляет признаков высших функций мозга. Должно быть, за стеной у источника сигнала есть другие когниты. Но как мне донести до них, что я не враг? Что я пришла сюда не разрушать? Это подтверждает происхождение символов. Они обертывают себя и статуи, похожи на акт символического общения. Эти колонны – нечто особенное. На поверхность другой планеты должна была шагнуть не я, а мама. Я думала, она будет гордиться тем, что я пошла по ее. Пошла туда, где могла побывать она, будь у нее шанс. Может, для этого я и оказалась здесь. Чтобы отправиться туда, где не смогла побывать она. Я смотрю на этот дом, и мне кажется, что она продолжает осуждать меня. Ах!
технологиями. Согласно протоколу разведки, я уже претерпела необратимое загрязнение. Может, я действительно потеряла частицу себя. Устройство подключилось к системам скафандра с пугающей легкостью. Словно узнало меня. Словно ждало меня. Возвращение на корабль не удалось. Я остаюсь в пустыне. Животное. Из него что-то растет.
приземлила нечто вознесенное. Обнаружила на очередном трупе инопланетное устройство. Сканирование снова указывает на возможность модификации скафандра. Устройство безопасно. Интеграция в систему прошла успешно. Начинаю функциональную проверку. Проверка завершена. Устройство предназначено для перемещения на большое расстояние. Скафандр функционирует нормально. Врата телепорта в пустыне перенесли меня в цитадель. За огромную стену, что я обнаружила в лесу. Белая тень. Совсем близко. Сканирование показывает, что сигнал идет из башни внутри комплекса, напоминающего цитадель. Врагов. Полностью механизированные устройства. Внешняя защита не смогла их остановить. Я смотрю на пролом в стене. За каменной кладкой пролегают артерии механизмов, напоминающих по структуре автоматических стражей. А если я загляну себе под кожу, что я увижу внутри? Это отвратительно. Надеюсь, мне не придется испытать то, что испытала она.
роботы защищали Рой. Без поддержки его бы просто перебили. Они уничтожили здание, а другие формы жизни не трогали. Что это? Сложное мышление и выражение эмоций? Или просто безумие? Снова этот ритуал обертывания. Что пытались сказать отлученные? Никто их не слушал. Высшая точка всего города. Астра, я найду способ с вами связаться. Thank you.
Я ведь сбежала. Гелиос, ты тоже здесь? Астра, меня кто-нибудь слышит? Это Селена. Мы в ловушке. На дне. Цикл продолжается. Я не сбежала. Это не было иллюзией. Но возвращение на Землю ничего не решило. Мне нужно освободиться. Года. И я снова здесь. Но прошло куда больше времени. Гелиос, сколько же тебе сейчас лет? 5. Гелиос, я была здесь всегда. Я стала частью. Нет. Нет, нет. Это не я. Нужно было забыть про это место еще тогда, много лет назад. Зачем я бросила всех, чтобы оказаться здесь? Неужели ничего не изменилось? Я села за пианино и впервые за долгое время начала что-то чувствовать. И теперь музыка зовет меня. Как мне прекратить это? Я не хочу становиться той, кто несет бред моим голосом. Дом на Атропос. Я возвращаюсь снова и снова. Внутри горит свет. Дверь открыта. Поиграю. Нельзя шуметь. Внимание, внимание, говорит капитан ныряльщик. Вы готовы к погружению? Прием. Прием. Команде завершить подготовку. Мы потеряли много времени, а погода портится. Близится шторм. Это приказ. Мы должны уплыть отсюда как можно скорее. Я на вас рассчитываю. Полный вперед.
Ты постоянно ломаешься. И внутри пустота. В холодильнике на нижней полке есть твоя любимая вкуснятина. Разогревай 8 минут 36 секунд, и все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет. Скоро увидимся. Историю про приключения капитана. Много веков назад он встретил Ее Величество коралловую королеву радуги, и они играли в прятки в глубине. Конец. Ну как тебе? Здорово, правда? Так здорово. Веков назад Ее Величество королеву играли в глубине. Thank you.
другой расстегнуть не смог. Чудовище услышит. Спрутя! Спрутя! Иди сюда. Спрутя, не пропадай. Чудовище просыпается. Нужно спрятаться. Помоги мне найти вход на подлодку. Нельзя. Приказ капитана ныряльщика. Должен найти Спрутя. Ты останешься и поможешь ей. Я не боюсь. Здесь что-то изменилось. Как будто кто-то двигает вещи. Привет, солнце. Я не вернусь. Я уже давно их не принимала. Всегда хотела покинуть землю. И стоило оно того. Thank you.
ждет меня. Совсем как астронавт. Оглядываясь на монументальный успех первой, еще не смерть, страшной автомобильной аварии в национальном лесу Оканоган-Вина, высадки на Луну, невозможно отделить трагедии. Важность этой миссии от ее последствий еще предстоит установить, поскольку состояние дороги было оптимальным. Машина сбила ограждение и упала. Вы скоро увидите мир. Озеро. Водитель Дэя. Осознанное понимание. Получила серьезные травмы позвоночника. Ее дочь чудесным образом вместо человека на Земле. И во Вселенной родилась в тот момент, когда мы шагнули на поверхность другого небесного тела. Выжила полностью здорова. Досадную задержку. Не вполне соответствуете. Кому оно?
Я уничтожила Гелиос. Значит, это все из-за меня. Теперь я понимаю. Вот почему я здесь. Брат, исходящий от моих гниющих тел. Одни смотрят на меня с высоты, другие из ям. Они отказываются говорить со мной и повторяют только одну фразу. Ты отлучаешь. Во что я превратилась? Я начинаю видеть закономерности там, где их нет. Я не могу доверять собственным воспоминаниям. Эта планета знает меня лучше, чем я сама. Рой и отлученные реальны. Гелиос реален. Астронавт пропал. Я нигде его не вижу. Куда он делся? Смирившись с природой этого замкнутого круга, я... должна понять, возможно ли модифицировать устройства, которые не дают мне вернуться на корабль после крушения. Благодаря им я могу начать заново в других местах. Жаль, что это временный эффект. Двуногих позвоночных. Постель опутана щупальцами. Далеко продвинулась. Что они надеются найти? Если они посветят на меня фонариком, то увидят самую обычную тень. Я помню тот день. Жаль, что я не осталась.
должна заглушить ее. Зачем ты ее играешь? Тишина. Это было слишком. Слишком. Это не... Нет, все верно. Координаты те же. Я узнаю вершину горы, но где развалины и... Гелиас, в каком мы времени? Некоторые жертвы.
Мне бы очень хотелось пойти снова. Но что-то внизу отвергает меня. Я сильнее этого замкнутого круга. Модифицирует роботов. Отлученные обертывают себе. Никто из них не вознесется. Ученые работали вместе, чтобы достичь. Думаю, это нужно понимать символически.
отлученные врываются внутрь. Тянется то, чего не должно существовать. Что заставляет меня стремиться к центру мира? Может быть, отлученные? Звучит безумно, но если верить фрескам, они пришли из глубины. Из расшифрованных символов я могу заключить лишь то, что их гибель была неминуемой. Но кто погубил их? И что они пытались выяснить? И снова технология богов. Значит, я должна взять эту ношу. Гостеприимные удушающие объятия. Здравствуй, вода. В глубине глубин. Я узнаю это место. И знаю, что ждет меня на дне.
жертву. Должна сказать, мне так жаль. Вот только это не так. Я пытаюсь, но слова звучат так искренне. Что это за тень внутри меня? Я уже чувствовала такое раньше. Не могу описать. Просто... Если я назову ее... Может, тогда она пойдет. За визором астронавта я видела угольно-черный череп. Я узнаю в этих тенях частицы себя, которые пытаются вырваться на волю. Если он может показать миру сначала одно лицо, потом другое. Могли ли мы встречаться раньше? Чье имя написано на его шлеме? Не он ли первый произнес? Ты видишь белую тень? Я ведь смогу после этого водить? Я и не думала. А как же время на подготовку и восстановление? У меня в жизни намечаются большие перемены. Нет, это не... никаких посторонних. Никто не должен об этом знать. Мне и без этого хватает контроля. Я даже не рассказывала никому про... Если они узнают о том, что я здесь была, что мы разговаривали... Непроглядная вина. Страж Аида, ты ли бросаешь белую тень?
отправлюсь туда. И ты тоже. Меня в покое! Девять кругов в Хельхейме. 264 круга в Тартаре. Последние открывались внутри меня. Все может закончиться, потому что все наконец-то началось. Видишь белую тень?